Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали, по последним данным, 290 человек. Среди них много иностранцев, граждане Китая, США, Турции, Индии, Японии и ряда европейских стран, раненых около 500. Целью преступников были места большого скопления людей, в первую очередь христианские храмы и гостиницы. Одну бомбу нашли близ международного аэропорта, ее удалось обезвредить. Информации о ходе расследования поступает мало. Власти Шри-Ланки перекрыли многие информационные каналы, блокировали доступ к соцсетям и мессенджерам. Комендантский час продлен как минимум до завтрашнего дня. Как сообщило местное телевидение около получаса назад, ответственность за взрывы несет некая группировка, название которой переводится как «Национальное единение». Других подробностей не приводится, кроме того, что взрывы устроили по меньшей мере 7 террористов-смертников, а по подозрению в причастности к терактам задержаны 24 человека. Завтра на Шри-Ланке день траура по погибшим.